Корейской народной армии, лично генералом Хоном. Хон, безумец. Почему ЦРУ так интересуется открытием Розенталя? ЦРУ? Вы, должно быть, шутите? Мы гражданские исследователи. У нас есть разрешение вашего правительства. Я тебя прикрою, босс. Пророк, здесь одна из этих археологов. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. Кровь не моя. Бодовски. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Били проблемы с поисками вашего катера. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэндли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то... Что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Бодовский мертв. Все остальные на раскопе. К востоку от вертодрома, над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Прости, милый, но я не пойду. Я еле выбралась оттуда. Слушай меня. Мы следили за работой Розенталя. Он раскопал статую в джунглях. Только это не статуя. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. У нас мало времени. Спасите людей Розенталя и освободите остров. Что бы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Займись этими танками, Номад, а я провожу нашу леди в безопасное место.
гироскопу! Понял. Я в здании правления у корейцев. Тут штаб. Вижу карту какого-то научного объекта, похоже, это раскоп. Псих, иду в точку эвакуации с заложницей на буксире. Понял, псих. Сообщи, когда она будет в безопасности. Номад, я нашел одного из ученых. Передаю координаты. Быстрее сюда!
здесь гости! Здесь полно корейцев, черт знает чего еще! Это что-то уже многих убило! Надо идти дальше! Иду вдоль реки к пещерам! Встречаемся там! Понял, иду! Кажется, я нашел Бодовский. Похоже, это та же тварь, что убила ацтека и шута. Продолжай идти, Номад. Осталось найти еще троих. Надеюсь, они будут в лучшей форме. Номад, будь начеку. Тебе идет корейский патруль. Я заметил противника на другом берегу реки. Будь осторожен.
Идем, Номад. Дорога на раскоп идет через эти пещеры. Заложница работала на ЦРУ. Ты знал это? Правда? Если бы это имело значение, я бы сказал тебе раньше. ЦРУ давно следит за Розенталем. Чем их заинтересовал простой археолог? Его группа обнаружила следы культуры, существовавшей задолго до человека. Нас интересует, что именно они нашли и почему корейцы так тщательно это скрывают. Понятно. Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Слышишь меня? Пророк, ответь! Ответь! Хорошо! Номад, это майор Стрикланд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Повторяю, пророк пропал. У нас 2 убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую борт. Никак нет, сэр. Я выполняю задание. Нам известно местонахождение Розенталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской базой. Иду за ним. Уважаю, сынок. Но помочь не могу. Наш спутник глушат корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой раскоп. Понял, майор. Заранее спасибо.
Отлично, Номад. Система заработала. Судя по снимкам, рядом с рекой есть база корейцев. Передаю координаты. Продолжаю поиск раскопа. Внимание, Номад! К тебе приближается техника противника! Смотри в оба!
вдоль реки. На той стороне есть дорога, ведущая к лагерю.